Сегодня у нас в меню рыба фольге и запеченные овощи. Посмотрите, какая фантастика получилась. Все готовится очень просто, очень быстро и без фанатизма. Поэтому смотрите мой рецепт, ставьте лайки и комментарии пишите. Самый простой рецепт рыбы, запеченной в духовке, и также овощи в духовке. Просто фантастические. А рыба-то пекается. Я вам тоже покажу, как она получилась.